Доброе утро. У меня букет из укропа, молодого, свежего, только с огорода. Сейчас будем делать драники из кабачков. Так, нам потребуется кабачок, яйцо, 2 столовых ложки муки, по пол столовой ложки соды и соли и крупная терка. Чесночок вот он есть, укропчик вот он есть. Все, начнем. Я когда на каникулах к бабушке приезжала, она мне частенько делала такие драники из кабачков. Меня отправляла на огород. А теперь я сама хожу на огород и продолжаю делать эти драники. Летом хочется овощных блюд. Кабачки потерли. Добавляем чесночку, уже аромат, двойной. Теперь сюда отправляем соль пол чайной ложки и соды пол чайной ложки. Разбиваем домашнее яйцо, смотрите, какой желтый желток. Теперь порежем зелень. И 2 ложечки муки, которые мы сюда разжили. Яйцо и мука будут скреплять наши драники. Маслица для жарки. Жарим на среднем огне. Драники готовы. Румяные, ароматные, со сметанкой и с вишневым компотиком. Сейчас мы будем их пробовать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, а я буду кушать.